Пацаны, сейчас нет времени объяснять. Короче, простите меня, чтоб так давно не было видео. Короче, захожу в YouTube, я набираю роптоп и вижу новый сникпик. Новый сникпик. 7 часов назад. Я не помню, была ли премьера этого сникпика 3. Я посмотрел немножко, там всего лишь 10 секунд этого сникпика. Вот новый сникпик вышел. Заходим на роптоп геймс. Вот сникпик. Сникпик. Я не знаю, была премьера, просто не знаю. Окей, смотрим, все, новый сникпик. Пожалуйста, что здесь будет? Я его немножко посмотрел, как вы видели, но я хочу с вами, пожалуйста, погнали. Нет, надо на весь экран. Так. Фу, смотрим, все. Вижу уже этот кубик роптопа, монетки какие-то, ладно, давайте. Фу. Так, это платформер, окей, let's go. Монетка. Ящики падают, нифига себе, вот это... Какое-то подземелье. Это чекпоинт, офигеть! А как они здесь сделали? Вау! Это очень классно. Вау! Я думаю, никто не забрал, не ладно. Офигеть! Ё-моё, как это же классно! Типа, блин, насколько здесь такое... Так. И? Он куда-то идёт? Дверь, окей. Офигеть, как классно, офигеть! Так и есть, что можно создать. Ты что, превосходный сникпик лучше того. I see you. Прям так офигенно. Окей. А это музыки, наверное, можно выбирать. А, звуки. Да. Fire in the house! Офигеть. Офигеть. Блин, у меня постоянно рекомендация. Короче, это просто жесть. Я в офиге. Не, давайте еще раз. Боже, такая атмосфера, я не знаю, атмосфера подземелья, вот этого всего, это так круто. Это лучше сникпика того. Намного. Так, давайте перемотаем. Вот этот вот. Бля, можно звуки вставлять, я так понял. Вот, челик. Вы посмотрите, как можно тоже звуки выгрузить, музыка, и там можно звуки свои вставить. Я чувствую, это гениально. Вот, он покажет, что можно звуки ставить. Это очень классно. Офигеть. Я в офиге. Так, ну, это вышло ночью. Утро, самое утро, я вот заглянул, и здесь сникпик. Ладно, видео стопудово будет, просто мне не хватает времени на видео, но они будут. Но записать сникпик, это, конечно, легкое дело, и я сразу это сделал. Ну ладно, всем, друзья, пока. Давайте... соберем 30 просмотров хотя бы, и я, может, выложу новое видео. А так, всем удачи и всем пока-пока.